Всем привет, любители колес! Порой мы снимаем так много контента, что не весь он попадает в основное видео. Но сегодня, пока готовится для вас новый пушечный контент, мы решили показать вам то, что не вошло в основу. Ну, по каким-то либо причинам. В общем, наслаждайтесь! Кто заедешь туда? Сложно? Я ж сказал, что Чирок один, наверное, заедет. Сейчас максимум еще сюда залетит L200. И все. А Нивы? Навряд ли. Разгон есть только большой. Вот, давай попробуем. Дай сначала вот отсюда, а потом откатишься. Ну давай, вот отсюда. Давай подальше. И все. Слушай, он уже с разгона ее взял. Ну, слушай, по сути, вот отсюда. Ставься вот где я первый раз ставился. Вот я уставился у пакета. Вот мы здесь ставились. Пакет передним колесом. Ну давай отсюда. Еще. Кусочки. Пока лайкой. Я думаю, без слов, да? Просто раз и заехал. Без слов. Давай. Мне вот кажется, после Сереги как раз вся, скажем так, простота этой горки закончится. Он сейчас там разроет все, и уже никто не заедет. Чисто случайно, если кто-то залетит. Давай еще дальше. Мне клиренса не хватает. Что там у D1000 случилось? Не заводится. Да, все, хорош. Гора уже не в тренде. Разгоняешься вот оттуда. Проходишь вот по этой дуге. Вот так. Вот так вот, да. Если вот здесь кувыркнешься, это зачет. Не кувыркнешься, это зачет. Кому, Денису? А он там уже ругается. Нет, сможешь? Я? Да. Я, конечно, смогу, но делать не буду. Это легко так завалиться. Не, кстати, на кайрдинце делать не легко. Ну а что ты не приехал на своей, показал бы нам? А у мастер-класс. Да, да, мастер-класс, ну там тем более. Я просто не смогу такого ударить. Ладненько, давай. Пока у вас остывает, надо добить. Не-не-не, куда? Вот, все вот. Вот, нормально. Ты отъехал?
чирик даже со второго раза, да? Чирик, да, со второго раза. Ну, смотри, чирик поднялся в ступеньку, а Надюха объехала ее. Не получается так, чтобы люди ехали все время по одной, скажем так, траектории, все время куда-то, либо вправо, либо влево уходят. Ну ладно, я думаю, следующие, скажем так, у нас соревновашки пройдут уже более обдуманно. Прям будем ездить заранее, подбирать препятствия, там, диагоналки. Блин, я все это... Я пытаюсь УАЗик увидеть, где он там. Боюсь пропустить это шоу. В общем, будем подбирать нормальные трассы, заранее подготовимся, чтобы у всех была одинаковая. Допустим, если есть одна колея, значит, по ней все едут. Там, если не хватило клиренса, ну, это уже, извини, лифтуй машину. Слушай, ты ближе всех подъехал, сможешь? Попробуй. Ну, давай. В тебе-то мы уверены, у тебя канистра с водой сзади. Не, все-таки разгон маленький, давай чуть подальше. Еще. Вот отсюда. Все, хорош? У Рената полное понимание есть своей машины. Он даже сейчас ближе всех подъехал. Ну, конечно, там ему чуть-чуть не хватило разгона. А так вот с первой позиции заехал, можно сказать, с первого раза. Редко встречаешь людей, которые действительно чувствуют свой автомобиль. Вот это у нас Ренат, Руслан. Не забывайте Руслана, поставьте Руслану лайк. Он ждет ваших комментариев, чтобы ему там передали привет. А потом у нас Саша понимает очень хорошо машину. Это сотка. Ну... Еще можно взять Олега, в принципе, он тоже чувствует. И D1000. D1000, мне кажется, он прям... Надя забыл. Надя. D1000, он прям сливается с УАЗом. Знаешь, руки берет... Аватар. Аватар, да. Все, хорош? Ты травился? 1.2. 1.2? А какая резина? Матадор Зарда. Давай. Слушай, там уже изрыхлили все. Давай чуть-чуть подальше езжай. Еще. Еще, хорош? Вот. Отсюда у тебя шансов больше будет. Это ты сейчас на какой? На прямой? На первой прямой. Хорош? Мощности. Попробуй еще раз на прямой, на первой. С такого разгона, я думаю, должна зайти. Побольше газу, давай. Ты это, сейчас как раз себе и колею накатал. Блин, как обычно. Вот все на Ниве нормально, кроме мощности. А, зашел. Зашел. Не, я заснял нормально все. Как обычно, на Ниве мощности не хватает. Чуть-чуть бы туда побольше. Мне кажется, даже если туда воткнуть компрессор, хотя бы, чтобы там был лошадок 100-110, с этим же двигателем, машина по-другому себя чувствовала. Мне кажется, даже запаса прочности бы хватило. Там и самой коробки, и раздатки. Там чуть-чуть-то надо. А ты бампер-то уже где зафигачил? Старый.
Старый? А, ты на покатушке другой надеваешь? Давай. Давай побольше, назад. А ты травился? Нет? Давай назад. Не, я все. Все? Не надо травиться, что он закапывается. Логично. Отъезжает, потому что сзади. Я хочу, как все попробую. По-нормальному. А, подъехала, говорит, слушай, да я хоть как все попробую по-нормальному. Походу сел заливает. Такое, не знаю, это правда. Видимо, заезжаю, когда карп заливает сильно. Выплескивает? Прогазовался? А? Прогазовался? Можешь глянуть? Да, нормально. Если его сейчас, когда он поедет, пламенем охватит, это эпично будет. Бензином, говорит, пахнет немного. Что ты говоришь? Вообще вещь. Наверх поднимаешься, скатываешься вниз. Как американские горки. А-а-а. Советую. Ну ты не кувыркаешься. А.